Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. То у меня что здесь? Там я не вижу. 21-я там. Сколько здесь? 35 или сколько минут? 36 уже. 36. Ну, 32 и все. Так, номер 374, события дня. Эпиграфом. Притчи 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва в мерзость. Вот представьте, чтобы если бы вот сейчас это вывесили во всех православных храмах, во всех сектантских молитвенных домах, что бы было, если люди прониклись? Перестали молиться, в первую очередь, перестать молиться. Зачем мерзость плодить? Нет богослужения, акафисты, каноны и все прочее. А Слово Божие, отслушание закона, совершенно даже не слышали и не знают. Мерзость. Все остальное мерзость, если нет Библии. Ты не знаешь, о чем молиться, как должно молиться. Все эти анафемы. Это мы за 20 декабря 2016 год. 17. Откуда-то 7 выскочило. 16 год. Вот. Сегодня у нас 21. Дальше помощь. Исаия 1.15. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Видите как? Бог закрывает глаза, не желает видеть. Даже люди не понимают. Ну я же молился. Ну вот считай, еще написано. Слово Божие говорит, когда они приходят, почему никто не прогнал их? Прогнать. Притчи 15.8. Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему. Значит, нужно жить праведно, а без Слова Божия это невозможно. Опять же, вникай в Слово Божие, Святое Евангелие. Притчи 21.13. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Ну и вот здесь выставили про лагерь, и я туда много сделал комментариев. Вот это запишите. Вот здесь Ctrl нажми, держи, и одновременно вот на эту синенькую наставь, и сразу на тот вылетишь. И там я выставил 274 ролика наши, с указанием. Любой посмотреть о лагере станет. Юрий Соболев пишет: «Мир вам, Игнатий Тихонович и братьям! Поздравляю с годичным циклом выпусков события дня!» Понятно? Это один, кто поздравляет именно вот так, он первый успел это сказать. Вот это тоже важно. Еще бывает так с праздником, с Пасхой, начинает Великий пост, идет за неделю раньше. Оно никакого впечатления это не дает. В это время постятся люди, все время такая великопостная служба. Да ты попозже маленько, пасхальные 40 дней, Христос воскрес. И этого даже не понимают. Ну все такое, ну глупое. Здесь все правильно. 365 выпусков, это не один-два ролика. Полный год непрерывного выхода в эфир без пропусков. Дорогого стоит. Да, нет пропуска ни одного дня. Хотя в деревне было трудно, но это мы выставляли. С запозданием, потому что с неделю накапливаем, я отправляю в другом городе, там выставляют. Я только замки снимаю, не я ставлю. Поэтому требования, просьба. На днях один пришел, одни, и прямо требует. Я вот 2 года назад с вами беседовал, так уберите, где-то он на работе там устраивается, что-то мешает, какую-то басню такую, галиматью гонит. И как правило, эти люди не могут объяснить, зачем тебе это. Вначале написано, вы не против, что мы записываем, выставляем в интернет. Он говорит, не против, а я теперь решил по-другому. Ну мало что ты решил, газета напечатана. Еще, изъять газету из-за обращения. Ну ты дал согласие, подписал. Совершенно нет. Ложь, везде ложь. И вот как-то, когда лазейка появилась, ложь, вместо себя какие-то фигурки ставят, имена, фамилии не поставят, нигде, все на лжи потонуло. Интернет выявил это. Честный человек, за почему он будет так делать? Фотография его есть, анкета, место жительства, возраст, анкету даже... Анкета, если некоторые не знают, я покажу, что такое анкета. Давай дальше. Но главное, конечно, не в этом, а в той духовной пользе, которую принесли эти выпуски многим людям по всему миру. А ведь это на самом деле так. Столько вопросов, ответов, размышлений, обильная духовная пища. Вот он рассуждает так, а которые связаны с миссионерским отделом, это самые жестоковыйные,
самые непригодные для покаяния люди. Надо вам самый вредитель у вас, это Соболев, его убрать, то другое. То есть аж лопаются. Отравление души идет через так называемые псевдо, тысячу раз псевдо, миссионерские отделы. Они ни слезам не верят, ничему нигде. Железобетонные мозги. Была и критика, и недоумение в свое время у многих зрителей канала. Признаться, и я не совсем понимал ваш замысел в начале. Теперь же события дня настолько органично встроились в формат вашего канала, что, кажется, так оно и было всегда. Понимаете, вот что значит грамотный человек? Преподаватель Красноярского государственного университета, академии, ведет занятия в епархии, там, митрополии своей. И какие рассуждения всегда высокие, и все время он продвигается вперед. И вышел на меня через слова Андрея Кураева, который стал говорить, знаете ли такого, на меня там возвысил. Хотя об Андрее Кураеве я не знаю сколько, 120 что ли раз я поминаю в своих книгах. И Андрей говорит, Игнатий меня по всем кочкам пронес. Андрей, какой великодушный. Несмотря на это, он откликнулся, а тот начал искать, потом выписал все книги, купил и так далее. Ведь даже если одна душа нашла Господа через эти выпуски, стоило ли оно того непрестанного года всего труда вашего и братьев? Стоило ли это? Стоило ли? Безусловно. Матфеем 16:26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? О, смотри, еще она так это... Много и благое лето вашему каналу, Игнатий Тихонович. И да хранит вас Бог. Молитвенно обнимаю. Ведь многое лето. Сайту составленный гимн. Люди-то понимают это. Многие понимают. И вот, тут на меня стали нападать. Я вчера ролик выставил. За то, что я из бани вышел. И иду, и на вопросы отвечаю где-то. Увидели голый, ну какой голый-то, ой-ой-ой, как они начали хамить, прямо лопаются. Я-то на несколько сказал, давай прочитаем, что там сказано. Так, Бытие 9:21. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Ну, слово обнаженное не надо толковать. Что это означает обнажен? Нак, а слово ногой. И лежал, и его никто за это не упрекает. Так он пил, ну я в бане был, угорел, допустим, тоже мозги не на месте. Но меня спрашивают, да кто-то голый лежал, а я иду в трусах, спереди несу, постиранным, мне надо сейчас просушить, я вывешиваю в это время, ты успеваю ответить, у меня времени даже нету. И это не было ничего, и вдруг, ой-ой-ой, поднялись, ой-ой-ой, как это, отвечу дальше. Второе царство 6:20. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала... Как отличился сегодня царь Израилев? Ой, мне кажется, она не так говорила. Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись. Сегодня перед глазами рабынь рабов своих. Как обнажается какой-нибудь пустой человек. Она вышла, не вытерпела. В доме должна сидеть? Нет, она вышла. Надо встретить. Она видела в окно. Ее честь унижена была. И Бог сразу поразил ее. Это хамье. А там иное... Мы видим, знаем, чем кончилось. Вот черный континент. Сын один насмеялся. Они не посмотрели ни на возраст, ни то, что они родились от него. Бог поражает всех сразу. Там поразил и здесь поразил. Что доказывать-то? Вот вам и раздет. Я для того, может, и вышел такой, чтобы ваше хамство вылезло. Чтобы увидеть вас. Почернелый, черный континент. А это бесплодное сделал. Больше она не рожала никогда. Так он еще в нем и Фоде был. Он не догола разделся-то. Дальше. И сказал Давид Мелхоле, пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утверди меня вождем народа Господня Израиля. Пред Господом играть и плясать буду. И я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. Вот так, он понял это дело. Еще более. Но я больше это не говорю, но только вот как есть. И главное, ничего нету. Я говорю, слова, какие я говорю, все понимают, насколько это важно. Нет, увидели. А что мое тело? Пузатое какое-то. Я иногда говорю в бане, когда бываю, говорю, если голову мою отрубить, а тело бросить на дороге, никто не догадается, что 77 лет. У меня нигде мешками ничего не висит. Почему эти, которые нападают, то говорят? Да потому что у них 100 килограмм лишнего веса.
брюхатое. Одно пузо, для пуза прожил, не поста, ни молитвы. И теперь увидел мое тело, он даже не, он не понимает этого, а он нападает. Он нападает, он завидует мне. Нападки все от зависти, они не могут сказать, я не боюсь. Ну что, вы думаете, выйдет какой-то там пузан, Дмитрий Смирнов или кто-то другой, выйдет вот так же из бани, чтобы пузом трясти. Олег Стеняев, может быть, выйдет. Или патриарх, да ну никто не выйдет-то. Вы боитесь сами себя, своего пуза боитесь. Исаия, 20 глава, 4 стих. Так ведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами по срамлению Египту. Вот, пожалуйста, вы еще не знаете, что будет с вами дальше. Иеремия 13, 22. Если скажешь в сердце твоем, за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Пяты твои, это у женщины даже пятки видно, и то уже посрамление. А для мужчин нет, мужчине прямо Бог повелевает. А разденься и голый ходи даже. Так, Михей 1:8. Об этом буду я плакать и рыдать. Буду ходить, как ограбленный, обнаженный, выть, как шакалы. И плакать, как страусы. Он не боялся этого? Да. А ну-ка, давай-ка вот этому посмотрим, что здесь есть. Как страусы. Ну-ка, заряди его здесь. Наг. А ну-ка, ногой. Давай еще. Ну вот где это. Просчитаем. Исаия 20, глава 2. Ну, просчитай. Вот это вот сюда направить легче будет. Считай. В то самое время Господь сказал Исаии сыну Амосову: так, пойди и сними вретище с чресел твоих. То есть что у него было? То есть старая мешковина. И сбрось сандалии твои с ног твоих. Он так и сделал, и ходил ногой и босой. Ногой, совершенно. Дальше. Третий стих. И сказал Господь: как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указании и предназнаменовании о Египте и Эфиопии. Вот так. Босой и ногой. Это Бог повелевает, а женщине не повелевает. У нас на пирсе работает, ребята забивают, но ясно, что в трусах. И тут тоже нападали. Ой, у вас там где голые-то. На наших ребят только и посмотреть. Только и посмотреть. Почему? Потому что, ну, приятно посмотреть. Какие работники. Вот, дальше считаем. Это у меня... Да, просчитай. Житие святых. 30 августа. Фонтин. 4 года ходил в совершенной наготе. Пожалуйста. Это житие святых. 30 августа по старому стилю. А празднование святого Златоуст говорит, это подражание ему. Совершенно ногой, совершенной наготе. 30 августа. Александр Свирский. Одежда заплатанная. Многие за одеждой смеялись над ним. Ну, точно так же. Вот я заплаты. Тут и Володя, и Никита, заплаты. Ну, православным ли это говорить? Если вы православные, ну, посмотрите, Александр Свирский. Дальше. 24 октября. Арефа. С женщин повелевалось снять покрывало с голов и так водить их по городу для бесчестия. Было и такое. Пророк Исаия прозван ветхозаветным евангелистом за пророчество о Христе униженном, оплеванном, обнаженном. И вот 2 стиха мы уже просчитали, 3 года ходил, и дальше. 50 глава, 6 стих. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания». Откуда, говорит, известно, что плевали на Христа? Прямо написано. Он раздетый был, Христос. Дальше. Марка 15:24. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Иоанна 19:24. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины. Иов 30:10. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим. Это вот, который нападает, это я отношу к ним. Матфея 26, 67.
Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом. Понимаете, я какое место писания не возьму, оно для меня живо и здесь, оно по мне прошлось. На чужие ресурсы никогда лезу. На мои ресурсы приходят, сколько труда здесь положено. Люди это понимают. Вот из Испании написали, они все это видят. Марка 14:65. И некоторые начали плевать на него, и закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Это вот меня со всех сторон нападает, особенно каким-то образом связано с миссионерским отделом. А кто у вас епископ? К кому вы относитесь? Они заботятся о спасении, об епископе. Да век вам это не надо. Так. Сегодня один, вот интересно, я утром молился, пока по интернету все сделал, стоит 4:40, а время еще ранее, там 3:40 только ночи. Я стою на молитве, у меня мысль: надо о лагере сделать будет ролик как-то. Спрашивают по лагере, почему помощи такой нету, почему закрыли. Сегодня составим мы сейчас. Только помолился, гляжу, вышел новый человек. Я его никогда не знал. Я фамилию специально спрятал, чтобы придирок не было. Ни с чьей стороны. Денис М. пишет: «Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Пишу вам по поводу детского лагеря «Стана». А вы попробуйте написать письмо Наталье Поклонской в Госдуму. Она православный христианин, может помочь». Как она может помочь? Вот я говорю, как? Если кто знает, помогите. Я не отрекаюсь помощи, но я не вижу, как помочь. Что? Какие нормы даны Роспотребнадзору, они должны изменить? И меня не трогать, закрыть глаза? Убрать из названия лагерь, ничего не... Они знают, где я нахожусь. Даже я уберу не название лагеря, а назову так пикник какой-то на лоне природы, что-то. Это ничего не изменит. Не знаю, подскажите. Ответ. Игнатий Лапкин. Вы можете зайти по скайпу ровно через полчаса. Можете войти? Да. И задайте вопросы по лагерю, а я вам отвечу подробно. Ответ Дениса. Игнатий Тихонович, у меня стационарный компьютер. И у меня нет веб-камеры и микрофона. Игла. У меня стационарный компьютер, и у меня есть веб-камера и микрофон. Денис. Я с вами сейчас видео смотрю на большом телевизоре. Там у меня смарт-ТВ, встроенный YouTube. Что, я так и не понял, почему он не выходит? Да это он совсем другой написал. У него нет микрофона и веб-камеры, вот что не выходит. А при чем тут стационарно-то? Стационарный, наоборот, это хорошо. Ну, имеется в виду, что в ноутбуке всегда есть веб-камера. Я не знаю, у меня всегда подозрение есть. Как так? Все есть, а этого нет. То есть не хочет выйти. Дальше. Кстати, Игнатий Тихонович, вот посылаю вам видео. В чем суть? Парень, он берет фотографии известных политиков, затемняет одну часть лица, просто затемняет, затем вырезает ее, переворачивает и симметрично накладывает на другую часть лица. И получается печать сатаны. И вот... Вот здесь вот кто, нажмите, вот здесь вот Ctrl держите, вот это на стене ударите. Видите, что делают с Путиным, лицо Путина. И прямо печать сатаны, антихрист. Одному знакомому скинул. Он в древе редактора следов фотошопа не видел. Точнее, коррекции фотографий, подрисовок. Вот найдите здесь все. Вот что делает, чем занимается. У них ничего нету, ну еще от этого. Денис М., вам ВКонтакте можно писать? Там я часто сижу. Никита, смотрю, иногда раздражается, когда вы его зовете. Но читать вслух стал намного лучше. С интонацией и расстановкой знаков препинания. Ваша школа, спаси Христос. Да, моя школа, да. Это действительно, я учу его, но ударение делает, я уже не выправляю. Тут много ударений, совершенно как-то, наконец, как француз какой-то. В конце слова, дальше. Так, ВКонтакте не бываю. Туда не писать, там работают модераторы и администрация, и перекидывают мне. Лучше всего общаться... Перекидывают. Ива. Перекидывают. Мне. Лучше всего общаться в моем мире. Отвечаю в событиях дня. Разрешается задавать мне более одного вопроса в 2 недели, и конкретно по спасению души. То есть я заранее говорю, чтобы не было... как за последствия других. Если будет нахальничать кто-то, я его просто выкидываю. На все можно найти ответ. Вот у нас ресурсы какие. Это вот мой мир. Вот здесь вот. Богатый ресурс. Богатый. Сколько фотографий?
Фотографии 20555. Ну вот так. И видео уже сколько? 4927. Ну понятно, что тут можно. Это все наше, не чужие. Тут может быть 2-3 каких-нибудь есть чужие. Кроме того, у нас очень богатый православный форум. 1603 темы. Темы, большие темы. Тут и видео, и все. И большой открытым оком, везде открытым оком. Вот эти Библии, православный видеоканал. У нас здесь 6300, уже, наверное, 6360 наших видеороликов. Вот сегодня поставил я опять 5 роликов, и 6-й будет стоять. Вот видишь, 99 голуби. Голуби, любят голубей, наверное. А златоустойка 9. А там 99. А выставил одновременно. Утром я каждый день 5-6 роликов ставлю. Ну и показать, что у нас большой ресурс. Это во свете Библии. Видео православный библейский сайт. Здесь все есть. 50 книг аудио насчитано только. 50 примерно, даже не знаю. Вот. И вопрос-ответ. Вот это самое ценное. Сейчас вот 43-й, это о рождении. О рождении. Вот смотри, показать. Одну тему закончить. Что это? Вопрос 2737, 12-й том, открытым оком. Хорошо. Я сейчас это копирую. Ctrl-S. Открываю. Закрыть это надо. Закрываю, открываю в Word страничку, Ctrl-V вставляю, Ctrl-A активирую и сразу ставлю на размер 20. Все. Вот небольшой вопрос, небольшой ответ. Вопрос. 2237, 12 том, открытым оком. Почему вы отрицательно относитесь к слову «церковление», а им пользуются многие священники? Эти какие-то вопросы, которые мне задавали в школах, где я вел занятия, техниках, институтах, университетах, по радио. Ответ, потому что это не только не евангельское слово, а кричащее антиевангельское. Смысл в том, что по откровению Духа Святого человек мертв, и его нельзя отремонтировать, подправить, подлечить. Через научение сделать лучше и потом где пригодным для Царства Небесного. То есть нельзя, невозможно. И ты сейчас вот засчитай, какие места Писания, которые говорят, что это абсолютно невозможно. Ни о каком восстановлении нет. Это лживое слово. Римлянам 3:23-24. Ага. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром. По благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. А все, я уже воцерковленная, я воцерковился, там, вот и люди говорят, вот эти слова-то они не приводят и не знают. Лука 15:24. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Ты можешь сказать, что я жил, уже воскрешен, ты можешь сказать, а воцерковился нет. Ефесянам 2:5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Ну, вдумайся в эти слова. Мертвые. А что значит воцерковиться? Мертвеца принесли в храм, в церковь. Покойника поставили к стенке. С двух сторон зажали верующие. Отступились, он упал. Дальше отвечаю. Воцерковление же понимает, что этих покойников можно подучить, натаскать, подмарафетить, показать, что и как делать в храме. Как приучить, как можно чаще на исповедь ходить и как можно чаще причащаться? Это самое негодное, самое страшное, чему попу учат. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. В России, как приняли христианство от князя Владимира, приняли от Греции, а там тысячелетний опыт. Никогда не причащались чаще 4 раз в год. 4 поста, 4 причащения. Об этом все пишут, писатели. Так, но внутри же этот мертвец, тот же самый грешник. Он сотлел. Ему надобно получить новую природу во Христе, переродиться. И когда говоришь такое, священники страшно дивятся, ворчат, а потом начинают лютовать. Не знаю, как бы отреагировал Губеров Афанасий на это.
У меня нет с ним связи. Но он много мест Писания приводит. Но толку этого церковления толкет, как будто из стихи... Но толчет его церковление, как будто из стихи Писания от него рикошетом отлетает. Что это? Понятно, ответ какой. Ну, допустим, выйдет на меня Гумеров Афанасий, ему понравится это? Нет, конечно. Ну, пусть он опровергнет это, говорит места Писания, и опять воцерковление. Воцерковление — это подлое, гнилое, гнусное, гнойное слово. Евангелие от Иоанна 3:7. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Поясняю. Воцерковление — это муляж, театр восковых фигур, мимикрия под истину. Ну, вот так. Ну, я, может быть, не теми словами пользуюсь. У меня нет семинарии, академии. А один говорит, семинарии, академии дали мне очень много. Вот это да. А что тебе дали? Я научился так врать, что и сам в это верю. Вот это вот относится ко всем. Вот для этого семинарии, академии, чтобы защищать любое беззаконие в церкви. Стихотворение. Не вечно Бога нам пренебрегать, запахиваясь в то, что грех бесстыдный. Считается за шик и матерь обругать, не видя в том пятна или обиды. Нас... Понимаешь, вот это слово, запахиваясь то, что грех бесстыдный. А. То есть прикрывается именно грехом. А он на меня нападает, а значит, он не такой, как я, в любом месте. А прикрывает от себя грех бесстыдный. У нас Библия, светильник, голос Божий, открытым текстом вновь предупреждает, что истина, что свято, что негоже, за что Бог вырывает вместе с корешками. По совести нетрудно поступать, подмешивая строгость, соль владыки. Страх Божий не таким закроет пасть, и только стон из-под завалов дикий. Бог долготерпит, не желает смерти, ждет покаяния от тленного творения. Читая Библию, нетрудно в то поверить, почует запах северного серного горения. Сером в аду горит. Не вечно будет ждать пренебреженный нами, не век ему стучать у запертой двери. Землетрясения во след спешат, цунами тревожным заревом с утра вокруг горит. И кажется, нет меры и конца долготерпению владыки Иеговы. Он шлет болезни грозного гонца. Номенклатура жрет, засасывая в прорву. И это кончится. Не вечно быть тому. Перелеснется слезная страница. Сгорит Коран и Веды, и Талмуд. Спешите к Библии и строк ее напиться. Жизнь пролетает пущенной стрелой. Разрывы, всполохи уже искрят вплотную. Не вечно будет царствовать здесь злой. Им изблевать придется, что сглотнули. Не вечно кончится долготерпение Божье, не искушайте страшного во мраке. Рука не донесет до рта, пронзится дрожью, нас загоняет в покаяние рамки. Это мое стихотворение. Смысл есть? Есть. 25.3.2005 год. 2005 года. И потом вот эти стихотворения, у меня их 3467, на разные-разные темы. И все писали с чистого листа, ни одной помарки нигде нету. Что непонятно-то? У меня писал этот поэт, был самый здесь, он посмотрел, какой у вас, он назвал это, богатый словарный запас здесь. Я пишу, и потом только начинаю осознавать, когда написано. Ну вот это, прочитай еще вот этот куплет. Так, и это кончится, не вечно быть тому. Перелеснется слезная страница. Сгорит Коран и Веды, и Талмуд. Спешите к Библии, из строк ее напиться. Хорошо. Понятно. Вот был такой поэт один, Константин Бальмонт. Самый продуктивный. Много ездил по миру. И у него слова с такой легкостью выходили. Вот. Я просто считаю, когда и вижу, что это талант у него такой был. Есть ли у меня это или нет, не знаю. Ну, любое, ну вот это. Куплет. Так. Не вечно будет ждать пренебреженный нами. Не век ему стучать о запертой двери. Землетрясения вослед спешат. Землетрясения вослед спешат. Вослед спешат цунами. Тревожным заревом с утра вокруг горит. Ну. Ты чувствуешь, с какой легкостью идет стиль? Ну, маленько там где-то и прорифмую, это не стихи. Я в запятки считаю. Бог
Бог долготерпит, не желая смерти, ждет покаяния от ленного творения. Читая Библию, нетрудно в то поверить, почует запах серного горения. Да. Понимаешь, нет, вот эти слова, вот они как будто сами выходят. По совести нетрудно поступать, подмешивая строгость, соль владыки. Страх Божий не таким закроет пасть, и только стон из-под завалов дикий. Повторяю, Бальмонт из всех, которые писали стихи Константина Бальмонта. Бальмонта самые легкие, ненатруженные стихи. Он говорил, речь даже сама в это выливалась. Еще. Нас Библия, светильник, голос Божий, открытым текстом вновь предупреждает, что истина, что свято, что негоже. За что Бог вырывает вместе с корешками? Да вырывает. Почему вырывает? А вырвет. За что Бог вырвет вместе с корешками? Вырвет вместе с корешками. И какая Божий, не гоже. То есть не так, что любовь, вновь, там, кровь. Вот эта рифмовка. Здесь совершенно другая рифмовка. Предупреждает с корешками, что поступать пасть владыки дикий. Дикий. Рифмовка-то совершенно необычная. Смерть, я здесь поверить. А когда считается стихотворным в форме, оно прямо как-то творение горения. Тут нами, тут цунами. Двери, значит, это не рифмованное. А когда считаю стихотворение, оно даже не замещается, это скрадывается. Как бы предыдущее, вот конца-конца и Иеговы прорву, да оно совсем нескладно, ничего подобного. Тому, талмуд, страница на пицце. Что с чем рифмуется? Стрелой злой, вплотную сглотнули, причастие с глаголом, Божье дрожью, во мраке рамки, ну тут еще что-то. Я просто показать, как бывает интересно, когда Бог дает. Вот здесь запиши воцерковление. Ну вот все, довольно. Прошло. Вот это вот есть у меня, вылетит куда? Вот это я сюда его на всякий случай. Так, ну и события конкретно вчерашнего дня. Целый день чем занимался? Молился. Я пенсионерам даю просто конвой, так бы, чем заниматься. Все-таки 77 лет и все это что? Пошел с крыса, снег скреб. Накормил птичек своих, воробьев. Кому-то желанным мясо повесить. На улице собачек покормить. Полез к голубям. Все здоровые голуби. Три кошки занялся ими, вынести их нельзя. Только маленько погодя звонит, просит помолиться. Какая-то нужда. Нужда по работе, по болезни. Другие говорят, мы просили об этом. И я получил. Я говорю, раз получил, давай теперь опять молиться. И вот даже пример один, это я показываю. Сказать-то нельзя, сейчас они застонут там, хвалишься. Это вот называется щетки. Щетки. У меня дорогой были щетки. Тетя Тоня, ну, Бакланова, Антонина Георгиевна связала мне. И они потерялись, они маленькие были, но 100 бабышек вот этих. Вот у Старобрядцев Лесовка называется, там непонятно, 33, 17, там. Здесь именно 100, это самый лучший вариант. Я показывал, как это 100. Три святое и 100, это вот один раз. И вот за день меня, вчера только за день, братья ушли, меня за день 10, ровно 10 раз загнали на молитву. Загнали. Почему? Нуждаются, отовсюду люди просят. И такой радостный день. День заканчивается, какой я радостный. Угу. Как Бог это сделал. Пенсионеры, переходите на молитву. Вы не будете по треугольнику вращаться. А какой? Какой треугольник? Ну какой? Холодильник, телевизор, туалет. Больше ничего и нет. И крутятся все время на этом пятачке. Молитесь, чтобы вы были нужны. Все на этом.